Дорогой, я дома. Кажется, я не вовремя. Привет, Пенни. Что, ты удивлена? Нет. Сделаешь мне маникюр? Пенни, я тебя очень люблю. Давай будем жить вместе. Переезжай ко мне. Фил, спасибо. Я так счастлива. Дорогая, добро пожаловать в мою квартиру. Вау, как здесь все стильно. О, здесь косметика. И здесь все занято. И здесь тоже. Эй, Фил, куда я могу положить свои вещи? Вон там есть шкаф. Посмотрим. И здесь тоже все занято. Фил, у тебя вещей больше, чем у меня. Я же стилист. Посмотри на кухне. Единственное пустое место – это холодильник. Придется положить вещи сюда. Фил, как ты мог? Что? Пенни, это моя клиентка. Я делаю ей макияж. Ой, прости. Моя девушка такая ревнивая, кошмар. Тебе нравится твой новый стиль, Пенни? Вау, мне очень нравится. Я люблю тебя, Пенни. Ты для меня самая красивая. О, еще одна. Еще одна. Отлично, девочки. Чем больше, тем лучше. Эй, кто там тебе пишет? Отдай свой телефон, бабник. Ну хорошо, прочти все. Я так и знала. Куча сообщений от разных девушек. Что скажешь? Это мои клиентки. Все хотят попасть ко мне на стрижку и макияж. Это моя работа. Ну ладно, прости. Я тебе полностью доверяю. Приятного мне аппетита. Забыла вилку. А где все приборы? Ладно, буду есть ножницами. Представим, что это китайские палочки. Святые кудри, что ты делаешь? Эта паста не расчесана. Ее нужно выпрямить и расчесать. И тебя тоже нужно причесать. Ну, нет, спасибо. Я просто поем. Ладно, тогда расчешу свои волосы. Мои дорогие подписчики, сегодня я тестирую новый флюид для волос. Фу, забрызгал весь прямой эфир. Дорогой, у нас поломался пульт. Я что-то нажала. Дорогой? Ладно, работай. Ты не идешь спать? Дорогой. А где Фил? Подписчики, оцените мой новый макияж. Как вам последние тренды? Ставьте лайки. Фил? Ой, пора побриться. Фил, ты где? Приснится же такое. О, святая святых. Визажный столик Фила. Можно попробовать всю его косметику. Духи? Я благоухаю, как цветок. А вот это аромат роскоши. Прическа богемы. Блеск славы. Роковая страсть на губах. О, да. Вот она. Самая популярная палетка теней. Номер один в трендах. Я только взгляну. Нет. Мое сердце, Пенни. О, нет, только не это. Нет, она разбилась. Попробую ее реанимировать. Бесполезно. Фил? Что тут произошло? Только не злись. О, моя любовь. Какая утрата. Я не вынесу эту потерю. Не плачь. Дорогой, все будет хорошо. Что? Не знала, что ты плачешь перьями. Идем, проведем палетку в последний путь. Ты была верным и ярким другом. Пусть твой прах развеется над океаном красоты.
Дорогой, сегодня был такой день. Ты даже не представляешь. Драма в магазине. Дорогая, поаккуратнее с ковриком. Я его только расчесал. А потом мы не могли поделить одну кофточку. Все, не мучай коврик. И потом ей говорю. Это сюда и это сюда. Ну вот, так намного лучше. Давай обновим твою прическу, дорогая. Я знаю, что нужно сделать. Доверься профессионалу. Поколдую. Отлично, идеально. Финальный штрих. Все готово. Видишь, твое лицо сразу раскрылось. Я закончил. Можно оплату. Спасибо, дорогой. Потанцуем? С удовольствием. Дорогой, ты дома наконец-то. Что? А чьи это волосы у тебя на плече? Ты изменяешь мне с блондинкой. Пенни, успокойся. Сегодня я делал прическу самой Леди Гаги. Видишь? Это ее волосы. Правда? Леди Гага? Это ее волосы? Я сохраню их. Вау! У меня будет частичка звезды. Дорогой, наконец-то ты пришел. А это что? Кто она? Не она, а он. Я стриг Ви из BTS. О, Ви! Обожаю BTS. Я должна сохранить этот волос в свою коллекцию. Кто будет на этот раз? Карди Би! В твою коллекцию, дорогая. Риана! Харли Куин! Это что, усы? Ты стриг Сальвадора Дали? Ладно, в мою коллекцию. Вот она, моя волосатая коллекция знаменитостей. Мне нужен новый пиджак. Вау. Хочу вот этот. Примерю его, я быстро. Какой странный цвет. Вот и мой новый клиент. Мисс, вам срочно нужна помощь стилиста. Не спорьте, этот цвет вам не идет. Но я помогу вам. Уговорили. Та-да! Дорогой, ты где? Ладно. Внимание, я закончил. Вау, Фил, ты волшебник. Как вам? Нравится? Нет? Бесполезно. Дорогая, этот пиджак... Я промолчу. Где кассир? Упс, это вы? Неловко получилось. Дорогой, давай поужинаем, я устала. Подожди, Пенни, мне нужно закончить макияж. Кто звезда? Я звезда. Займемся прической. Все локоны должны лежать идеально. Дорогой, уже поздно. Проведем время вместе? Не сейчас, мне нужно попробовать этот крем. О, боги! Фил, я беременна! Посмотри! Пенни, ты серьезно? Ах так? Вот тебе заряд электричества на всю голову! Что? Пенни, моя прическа! Теперь я готов. Что? Который час? Пенни, права, уже слишком поздно. Пора смывать макияж. Понравилась наша парочка? Тогда пиши в комментариях, хотелось ли бы тебе, чтобы твой парень был стилистом. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые веселые видео на канале Трум-Трум.